Здорово! Так, ну чё, это вторая часть того видео. В первом видео я показывал, как из перчатки и дешевые рукавицы, самые дешевые рукавицы, сделать вот такую красоту, рукавицу нубардическую. Для чего это делается? А потому что вот была такая рукавица, только покрашенная в черную краску. И буквально за 3 дня катания... А вот она стала такой. Рвется у меня здесь, потому что такой вот бугель, вот такой вот самодельный, и вот она так рвется. Представь, что было бы с дорогой перчаткой. Это вторая часть видео. Я вроде как обещал показать, как сделать эту рукавичку, создать в ней водоотталкивающий слой. Мне не понравилось кое-что в этих рукавицах. То, что они впитывают влагу, и здесь вот скапливается такой, как лед, и она становится скользкой. Это мне не очень нравится. Как это можно модернизировать, то есть изменить, или что, как это сделать? Вот я купил, сейчас вот акция была в Спортмастере, эта фигня мне стоила 400 рублей. Это очень по-божески, бренд Тока, хороший, серьезный бренд. Это у нас парафин желтый. Размешать, там шарик, побрызгать, нанести, то есть утюг 150, то есть это жесткая штука, подождать 10 минут и... растереть. Такой. Первый раз такой увидел, просто с баллона пшикаешь как дезодорантом. Ну, давай покажу, как это выглядит. Я уже наносил, я как бы второй раз наношу. Я испытал, сейчас наношу второй раз. Смотри, это офигенное средство, хоть его и ругают, что на нем плохо едет, там что-то лыжи, но это лыжники ругают. Я пока не пробовал, погод пока нет. По поводу, это универсальный парафин, а универсальные парафины, по моему личному убеждению, ну не бывает же ничего универсального, правильно? По моему личному убеждению, ниже минус 10, может даже ниже минус 15 можно использовать. И сейчас уже март, и уже такой погоды, наверное, не будет, в общем, испытать я его в деле не смогу. Но для вот этого он подойдет. Значит, здесь надо вот эту поверхность нагреть до 150. Фен у меня 1500 ватт, фора, но довольно мощный. И видишь, если верить инструкции, нужно подождать 10 минут, чтобы она пришла в себя. Цвет, как ты видишь, вернулся, он такой черный будет. Правда, я в 2 слоя нанес, уже какие-то пятнышки пошли. Ход минимальный, как видишь, в инструкции даже не написано, что-то там соскребать. Просто утюг, ждем и растираем, все. Даже соскребать не надо. Представляешь, какой минимальный слой здесь. То есть экономия и времени, и парафина. Ждать 10 минут или не ждать, не буду ждать. Вот вода из-под крана святая. Так, что ее? Видишь, из-за того, что это не такое, как у куртки, там вот эта плащевка, да, она такая ребристая, немножко на джинс похожа. Может, тут видно. Этот такой рубчик идет, все-таки это хлопок, поэтому вот эти лужи, вот они стоят здесь, лужи, но они не впитываются. Вот я тут снизу трогаю рукой, и оно вполне все такое сухое. Их за сезон, я думаю, надо посмотреть первое видео, чтобы понять, о чем это все было. Все было, в принципе, не знаю, кто вообще это все смотрит. Давай, пока.